Сацебели. Для приготовления понадобится: грецкие орехи 200 грамм, репчатый лук 200 грамм, винный уксус 200 грамм. Можно заменить ежевичным или гранатовым соком. Чеснок 2-3 зубчика, красный молотый перец 2 грамма, свежая мята 30 грамм, кинза 30 грамм, бульон 500 грамм. Можно заменить питьевой водой. Соль по вкусу. Грецкие орехи очистить от скорлупы. Потолочь в ступке. Добавить винный уксус и перемешать. Затем добавить горячий бульон и еще раз перемешать. Выдавить чеснок через пресс. Мелко нарубить лук, кинзу, свежую мяту и добавить их в соус. Посыпать соус красным перцем. Тщательно перемешать, и соус готов к употреблению. Приятного!